Турция построит второй корабль для Украины. Об этом сообщает Униан, ссылаясь на пресс-службу военно-морских сил ВСУ. Торжества по случаю закладки киля корабля типа ADA проходили на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле. Это будет второй корабль класса «Корвет», который строится Турецкая Республика для нужд военно-морских сил Украины. Строительство первого корабля для Украины Турция начала в сентябре 2021 года. А в октябре 2022 года в Стамбуле его спустили на воду, назвав «Гетьман Иван Мазепа». Он сделан из стали, которую еще до полномасштабной войны изготовили на заводах в Мариуполе. По мнению представителя военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, боевой ракетный корвет «Гетьман Иван Мазепа» может стать в ряды национального флота уже в 2024-2025 годах.